Японский рамен совершенно такой же, как где-то в Токио, и теперь можно попробовать и во Владивостоке. А вот как приготовить настоящий рамен, рассказал бренд-шеф ресторана японской кухни Кадзухика Кадзима. Гость прилетел в столицу Приморья из Санкт-Петербурга специально для разработки новинок меню одного из заведений. На мастер-классе по приготовлению японского супа с пшеничной лапшой шеф раскрыл пару секретов. Рамен можно готовить с местными ингредиентами и такой же вкусный, как в Японии. Поэтому рамен – это единственное, скажем, японское блюдо, которое можно реализовать такой же вкусный, как в Японии, везде в мире. Однако сварить настоящий рамен не так просто. Один только бульон готовится от 8 до 24 часов. В него также добавляется ароматное масло, основа вкуса и смеси специй и соусов, правильно приготовленная лапша и топпинги. К слову, лапша для рамена обязательно пшеничная с добавлением соды. Варится всего 45 секунд и подается альденте. Для ее создания используют специальную машину, которая обеспечивает правильный замес. Бренд-шеф отметил, что в Японии почти все повара умеют готовить суши и роллы, но не все способны приготовить хороший рамен. Русские думают, что рамен – это просто бульон с лапшой. На самом деле это не так просто. И есть очень ключевой факт, который обязательно надо наблюдать. Поэтому, когда я рассказываю такой пункт, то все повары или гости тоже по-другому принимают и понимают, про рамен. Кадзу также поделился интересными фактами о рамене. Так, японцы считают важным доесть лапшу, но при этом могут не выпить бульон, а вот русские наоборот. В Японии в рамены иногда ходят по утрам, после бурной вечеринки, чтобы быстрее протрезветь. Готовят в стране лапшу быстро, буквально за 3 минуты. И еще одно большое и важное отличие рамена в Японии от рамена в России – для последней делают не только вкусную лапшу, но и красивую, специально для Инстаграм. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов, новости на восьмом.